Всем привет! Ты на канале Лепка Ок. Меня зовут Камила. Сегодня покажу тебе, как слепить бойфренда из Roblox и желтого из Rainbow Friends. Первым буду лепить бойфренда из игры Friday Night Funkin. Это ритм-игра, в которой игрок должен провести несколько недель, каждая из которых содержит по 3 или 2 песни. Каждую неделю игрок сталкивается с новым противником. Во время игры противник будет петь набор нот, которые игрок должен отразить, нажимая клавиши со стрелками. Игрок берет на себя роль голубоволосого парня по прозвищу Бойфренд, которого я сейчас леплю. Бойфренд выглядит как молодой светлокожий парень с голубыми волосами, в красной кепке с озорным характером и хорошей харизмой. На нем белая футболка с красным запрещающим знаком, синие мешковатые джинсы, красные кроссовки и красно-синяя кепка, надетая задом наперед. В правой руке он держит микрофон, а левую держит в кармане. Ребята, если у вас есть идеи по лепке и очень хотите, чтобы я слепила какого-то персонажа, то все свои идеи и предложения можете писать мне в комментарии под видео. Вот такой бойфренд у меня получился. Если нравится моя фигурка, ставь лайк. А сейчас слеплю желтого из радужных друзей. К сожалению, про данное существо мне ничего не известно. Так что если ты что-то о нем знаешь, обязательно пиши в комментарии под видео. Сам желтенький монстр выглядит совсем не страшно. Голова у него круглая, с большими глазами. Рта нет, но зато у него есть аж 8 ушей. Также у чудика есть 4 руки с 3 пальцами на каждой.
И вот такой желтый из Rainbow Friends у меня получился. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Если тебе понравилось мое видео, ставь палец вверх и не забудь подписаться на мой канал.